В Международный день семьи в Сочи чествовали семьи, которые не просто воспитывают достойных граждан своей страны, но и прославляют родной город своим трудом. Среди мам и пап – активные общественники, педагоги, которые занимаются физическим, творческим воспитанием сочинских детей. С международным праздником поздравили и семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья. В семье Шубиных один ребенок. Десятилетней Полине при рождении поставили диагноз «аутизм». Но родители не отчаялись. Напротив, занялись активной социализацией дочери. Раньше таких детей не очень принимали в обществе. Они были изолированы как-то отдельно. Сейчас современный тренд международный, когда они интегрируются в общество, это очень помогает им иметь будущее. В Сочи очень хорошо с этим. Конечно, есть какие-то проблемы, которые нужно решать, но это все такое в рабочем порядке. Администрация очень идет навстречу, очень активно откликается. На торжественном приеме в честь Международного дня семьи сочинским семьям вручили поздравительные адреса и сертификаты на ценные подарки. Наши сочинские семьи как успешные в работе, так же и успешные в семейных отношениях. И на самом деле для любого общества, для городской среды, для государства семья – это основа основ. Семья – это самое главное, что держит нас на плаву, то, что дает нам силы, то, что заставляет и сподвигает идти вперед, то, что остается с нами навсегда – это наши семьи. Здоровье, счастье всем членам ваших семей, радостного взросления ваших детей, успехов вам всяческих, всего вам самого-самого доброго.